МВМ Мазила. Человек в могиле. Йо. Три Путин, топ, кейсы, говно. Скрите. По факту без интро каждый пидор купит место в трендах посчитает милым. И ведь никто не в восторге от того, что кто-то покидает говна в популярности торт. Им не надо делать что-то, стараться расти до 5 подписчиков в год, когда можно снять ебалы за минуту, сплотить кому надо и попадать топ. Яу, я, конечно, ни на что не намекаю, но длится это уже больше, чем год, что странно, правда. Ведь данная тема была поднята уже очень давно. Это диск на тренды, не ждать мне хайпа. Клип мой точно не дойдет до масс, но чтобы бороться с подобной проблемой, надеяться можно только на вас, блять. Бля, забейте, это по факту бесполезно. В трендах на высоте всегда будет кал. Я выдам хейта некоторым быстро, но четко, чтоб с трендов этих мы вынесли хлам. Здесь нажима, здесь на ДК. Контент человеда, ебучий кал. Этот счет на изи, как дважды два. Опять хейтит всех, глупый мамзи злал. Доктор Карл, бля, шизодет. С умным видом несет бред, не спеша. Я не хочу, я правда, показаться быдлом. С таким успехом дешевле вам нанять бомжа. Типа, вот сценарий, вот тебе текст. Читай все это с дико важным видом. О гонораре своем ты, братан, не боись. Подгоним фишки, пачку и банку пива. Чисто доводы, все по факту. Рублю в онлайне вам правду, матку вижу в трендах. Я, йоу, новейшие чаты. И нет, не челюсть с кукурузным початком крафтира. Интересно, пиздец, смотреть, как два бубеля пива хлещут. Я лучше у Мэда пересмотрю. Он хотя бы говорит адекватные вещи. Вещи, вещи, шпалы, шпалы. Ехал умственно отсталый Кондрашов, пиздец, ебашит тут. Подпишите мелом, этот школьник крут. 140 BPM, 160 BPM, 150 BPM, 170 BPM, 500 BPM, 200 BPM, 1 000 000 BPM. Ты чё, ёбнутый чел? Эй, Кондрашов, когда новый челлендж, предлагаю батл, только ты и я. Ты будешь тараторить под 100 тысяч тактов, а я стоять, не понимать нихуя. И подвести итог, вы могёте сами. Что смотреть, кому лайки ставить, их легко огрестить. Как говорил диктатор, тупая ебала, тренды нахуй раунд, блядь. Вот, собственно, и все, чуваки, такой вот трек, клип. Ну, я надеюсь, что он оправдал ваши ожидания, мои подписчики, и те, кто не мои подписчики, надеюсь, потенциальные подписчики, надеюсь, он вам понравился. Йоу, если вам понравился, обязательно поставьте лайк и поделитесь роликом в социальных сетях ВКонтакте, то есть репосты, все дела. Это очень сильно продвинет ролик, и это огромная поддержка, так что давайте, дерзайте. Вот, и по поводу будущих клипов, если все-таки у меня это получается, и вам нравится такое, я буду совершенствовать стиль, совершенствоваться, и я думаю, сделаем, ну, чуть покруче, как бы. Первый раз же, в конце концов, первый опыт, ну, на мой взгляд, получилось круто. Как вы считаете, напишите в комментариях, опять же. Вот, на этом все. С вами был Мазил. Подписывайтесь на канал, делитесь роликом, ставьте лайки. Всем удачи, увидимся в новых смешных, крутых, развлекательных, познавательных, интереснейших, клевых роликах. Такая хуйня.